Что есть вся история человечества? Как не нагромождение глупостей одна на другую. У Жванецкого есть довольно хорошая аналогия всей нашей цивилизации. Это на крайнем севере туалет на улице, естественно, на холодке. Это огромная куча человеческих отходов, замерзшая, обледенелая, которая поднимается все выше и выше. На ней сверху туалет стоит. Вот это вот вся наша цивилизация. Загаженный космос, загаженная планета. И точно так же все религии основные, которые выдуманы людьми, это такой же бред и такой же мусор. И люди, к сожалению, в большинстве своем склонны во всем этом путаться, тонуть. Я думаю, что, безусловно, мистика есть в жизни. Это я и по своей жизни вижу, и по разным дневникам разных персонажей, которым удалось ярко пожить. Все это видно, да, что-то неизученное есть, есть какая-то мистика, но религии вот эти все надуманные, дутые, это все бред. Какой-нибудь синтоизм или язычество, что-то вот связанное с природой, с солнцем, там, с хорошими вещами, оно ближе все-таки к истине, чем вот этот весь бред. Бу-бу-бу.